Но факт в том, что приехала скорая, то есть ее погрузили на скорую, она там что-то за голову держалась, ну, видимо, башкой ударилась об асфальт, то есть, как бы. Поэтому здесь, как бы, нужно ездить на велосипеде крайне аккуратно. Крайне аккуратно, по правилам и без всяких этих самых, так скажем, лихачеств. А то это может плачевно кончиться. Вот так вот. Вот типичная парковка, кстати, это лифт. Вот я просто объясню. То есть загоняется машина, нажимается кнопка, и он опускается вниз, короче. Там подземная парковка. Вот. Вот эта тележка отодвигается куда надо. Выезжай сюда, пустая тележка. Вот. И так вот паркуются автомобили на подземной парковке автоматически. Ну, тут очень много автоматических парковок. Причем они разного типа. Вот опять же кафе, девушки, кафе, магазины, мотоциклы, велосипеды, кафе, девушки опять. Ну, в общем, что еще надо от жизни, как бы. Ну вот. Тем более выходной день здесь как раз это и надо. Вот такси с автоматическими дверьми. Тут, в принципе, практически все такси оснащены автоматическими дверьми. То есть ты подъезжаешь к такси, он кнопку жмет, и как в газельке, она только в бок открывается, в газельке, а это открывается как обычная дверь. Открывается, и ты садишься. Вот. Вот, в принципе, скутера. Опять же, Ямаха, что это? Хрен его знает, что это, короче. Здесь кафе, опять кафе, велосипеды, кафе. Так, ну давайте я попозже вам сейчас подключу еще. Welcome, это снова я. Ну, значит, вот это у нас Tokyo Toyota Center. Вот, сейчас просто день и зон закрыт. Вот, ой, ну день, гоню я что-то. Welcome. В общем, это Tokyo Toyota Center. Сейчас ночь просто, поэтому он закрыт. Вот. Вот сейчас я покажу здесь. В принципе, вот здесь сдаются в аренду офисы. Вот кафешка, вот там через дорогу видно. Gyoza Ichi. Китайское кафе, вот мы в ней были. В принципе, нормально кормят, недорого. Ну, да я говорю, там можно на 200 рублей просто обожраться. Вот. 200 рублей это вообще копейки для Японии, чтобы поесть. Здесь какие-то аппараты стоят около. Можно, видимо, это самое, накачать колеса или... А, это зарядка. Вот там показано на земле, что это зарядка. Вот здесь еще идет СТОшка. Это для, так скажем, там мойка машин. То есть там пылесосят, все это делают. Это все входит как бы. Сервис. Там полировка, вот, то есть разные вещи делают, что тебе нужно с машиной. Также, наверное, не только машины, но и там эти обслуживают мотоциклы, все остальное, то есть, как бы. Вот, это вот Миджиро Дори, улица Миджиро, вот, тут опять девушки на велосипедах катаются, вот. Причем так, девушки тут в основном как бы и ездят на велосипедах. То есть очень-очень-очень много девушек на велосипедах. Просто у нас, например, в России их очень мало. В основном на велосипедах ездят парни. Вот. А здесь ездят девушки. Так, вот здесь какая-то дымящаяся штука. Это, ну, кафе, короче. Здесь приглашают, опять же, в кафе. Так, мне надо на ту сторону. Вот стоит такси, ждет кого-либо, видимо, из кафе. Вот, ну, мне надо туда. На ту сторону. 100 йенник. Вот. 100 йенник.
Что-нибудь купить попить вообще вот так. Вот, кстати, автобус разрисованный, интересный.